Здравствуйте, меня зовут Карина. В данный конкретный момент я из Варшавы, но сейчас я нахожусь в Гюмре, в прекраснейшей галерее и музее Kovac Gallery. И что я вам могу сказать? Это прекрасное место для людей, которые ценят современное и интересное искусство, которое при этом становится понятным. Мне очень ценно то, что сам автор этих работ имеет возможность объяснить, что именно он вкладывал в каждую из них, что именно он хотел донести, начиная от того, что он думает об этих работах, заканчивая тем, что бы он сказал очень абстрактно о них. Поэтому мне кажется, что конкретно эта локация, это место, которое вы должны запланировать, чтобы иметь возможность сказать своим друзьям, где же в реально интересном месте вы побывали в Армении. Не в том, которое вы говорили где-нибудь там в энциклопедии или на Google карте или еще что-то, а непосредственно в интересном, реально интересном месте. Приходите.